А это еще что такое? Это муха. Я вижу, что муха. Что она здесь делает? Ты сам разрешил. Я? Ты? Что-то я не помню, что говорил тебе взять с собой муху. Ты сказал, пистолет и что-нибудь потяжелее. Я имел в виду автомат. Это у вас в Эфиопии, если потяжелее, сразу миномет берут. Я русский. Надеюсь, гранаты не взял? Ну ты баклажан точно, ты псих. Тебе пора к врачу лечиться. И думаю, русский врач здесь уже не поможет. Это твое мнение.